Это Рокси, ну началось. Я бы с такой Рокси на свиданку сходил, да. Да. Электротерапия тебе полезна, лошара. Привет! Мы продолжаем проходить DLC руины для FNAF Security Breach. И на этот раз мы столкнулись с Чикой и будем играть на ее территории и на ее правилах. Это будет нереально круто и интересно, поэтому скорее ставь лайк. Надеюсь, мы сможем справиться с Чикой. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy. Сразу погнали играть! На самом деле прикол в том, что в этой игре аниматроники не бегают за тобой как бешеные. Они уже потрепаны, они уже поломаны, они уже еле живы. Так, давайте Чику куда-нибудь отведем подальше отсюда нафиг. Да хоть вот сюда. Так, иди вон, глянь, что там кто-то морёт. Все, она пошла. А они тупые, капец. Давай. Чика, молодец. Ушла куда-то по своим делам. Так, а чё мне тут надо выход найти, наверное, как... Ой. Так, Чика, спокойно, беги! Дурак, что ли? Капец, криворукая. Все, вас руинами завалило, понятно? Так, мы уже Монти также закидали, сейчас еще и Чику. Я думал, тут скримера не будет, ну ладно. Опять начало серии, друзья, и я уже обосрался. Опять начало серии, и я ору как бешеный. Ну почему так всегда происходит? А можно мне хоть разочек-то не орать? Вы думаете, я хочу орать? Я уже устал орать. Я уже не могу орать, сколько можно? Так. Нам сюда? Нахрена бы, да? Действительно. А, это говно надо отключить. Тихо, я застрял. Ага, все нормально. Давайте отключим это говно. Наконец-то. Надеюсь, я могу использовать маску снова. Да можешь, конечно. Я же отключил эту шляпу. Надо было, конечно, еще сломать до кучи. О. Пожалуйста. Залезем кексу в рот. О, мое любимое, ну как обычно. Так. Мусорка, ну прекрасно. Мусор. Да вот, еще раз размечтался заяц. Блин, теперь тебя надо отключать. Ну, фигово, что я пропустил, конечно. Так, заяц, подожди, вот подарок некогда. Мне некогда с тобой возиться. Маска Фокси. А закрой! Сними маску! Сними маску, блин! Офигеть, Чика, ты-то тут откуда? Откуда Чика ее завалила? Я думал, ее нету, все. Она меня заблокировала в толчке. Просто в толчке отфигачили. Ты что, школьница, что ли, Чика? Да, это сейчас было обидно, конечно. Но то, что я... Оно засчиталось, то, что я включил вообще? Нет, одну. Вот сейчас, мне кажется, ничего не засчиталось, да? Сейчас вообще я... О, да, засчиталось, конечно. Эй, я включил, включил, чё? Finally, bet I can use the mask again. Блин, ну глич-трап, конечно, хитрожопый, я офигеюсь. Так, давай сразу тут всё подключаем. Сразу, сходу, сейчас. Так. Провода не вижу, провода вижу один. Там еще и подарок. Иди в зад. Вот здесь подарок, да? По-любому здесь подарок. Давай, открывай быстрее. Ланчбокс Чика. Вот это, конечно, полезная тема. Туда можно положить хавчик. Вообще нормально. Так, что, кексик у нас? Следующий пациент. А-а. Сердечко. Прикольно. Так, Чика, не надо, пожалуйста. Я не знаю, где она там ходит, но она орёт. Так, осталась только мусорка, и все, мы выиграли. По идее. Давай, быстрее. Так, я буду снимать маску на всякий случай. Что мне тут всё надо собрать. И подарок вот этот вот. Это очень медленно, на самом деле. Давай сразу робота. Да быстрее, робот! Сними маску. Так, главное, чтобы Чика сюда не пришла. Главное, чтобы Чика сюда не пришла никогда в жизни. Как она вообще сюда зашла? Тут закрыто все.
Чика-читер. Чика-читер, я тебе отвечаю. А все, давай, давай, давай. Сейчас главное быстро эту разгадать загадку. Раз. Два. И я в дерьме. Блин. Удалить. Ты офигел? Я, ты видишь, я загадку решаю. А кто дверь открыл? Это он дверь открыл? Я загадку решаю, ты. Дегрой это кусок. Так вообще-то нечестно. Я вот сижу, решаю загадку, он появляется. Ну да что такое вообще? Так, окей, сначала кексы. Так, ладно, кекс сначала. Так, допустим. И все. Капец, и как это решать? Ты задрал, реально, ты задрал! Сними маску, дура! Я не могу снять маску, я не могу снять маску, их она чипа ходит, зашибись. Только не говори, что Чик меня сейчас убьет. У меня фонарик выключен, все, я ничего не знаю. Я в домике! Нам упала сложная загадка. Я без понятия, как ее решать. Это плохо. Но ничего не поделать. Допустим. Я понял, я решил. Я решил. Отлично. О, это было жестко, это было жестко. Сними маску, сними маску. Сбил. Все, я погнал. Мы справимся. Все, сохранение. Наконец-то. Блин, вот это был хардкор, ребят. Вот это был хардкор, ребят. 1 000 000 лайков мы это прошли. Слушайте, ну, этот FNAF стал не только страшнее, но еще и сложнее предыдущего, реально. Не знаю, конечно, как будет проходить финальная битва, еще будет в финале. Я даже не знаю, но... Судя по тому, что я вижу сейчас, уже сложненько, сложненько местами. А снять нельзя? Опа. А мы где? Отлично. Сработано. Ремонтница. Теперь ты сможешь попасть в верхний и восточный сервер. Что-то происходит. Детсад. Офигеть. Слушайте, вряд ли сможет добраться до тебя здесь. Не волнуйся насчет этой злой сущности. Она не может тебя выследить, по крайней мере, какое-то время. Спасибо. Буду иметь в виду. Думаю, лучше будет взяты, пока останешься в сети Венни. Серьезно? Ну ладно, останусь. Отключив родительские узлы, ты восстановишь подачу. Электричество в восточной части мегаплекса. Если ты отключишь родительские узлы безопасности, можешь добраться до гонок Рокси. Короче, мы тут постоянно отключаем узлы. Обожаю. Маску снимать не нельзя мне, да? Ну и ладно, не хочет и хотелось. Так, и что тут у нас будет? Вообще где? Что за бред? И тут нельзя маску снять. Я даже не понимаю, где мы находимся. Подожди, это пиццаплекс только в VR где-то. Это похоже на пиццаплекс, кстати. Вот два эскалатора или что это? Ну, робота мы отключим. Не знаю, правда, зачем. Мне кажется, это реально влияет на концовку. Сколько концовок в игре, я тоже не знаю. Ну вы по-любому уже напишите в комментариях, что будет концовок. Или он там будет. И так далее, и тому подобное. Так, ну мне, наверное, вот сюда надо. А может и 1 000 000 концовок в игре. Но я уверен, что концовка точно не одна. Ага, тут есть лестница. Отлично. Я не думаю, что одна концовка. Ну, как минимум 2 должно быть. Может быть, типа одна обычная, одна секретная. Фиг его знает. Так, нота, гитара, звезда, молния. Так, нота. Нота. Так, 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 гитара. Гитара. Звезда, молния. Ну, в обратную сторону все надо. Звезда. Ну, это очень легко. Ну, вот эта легкотня прям вообще нереально. Все, справимся. Блин, ну прикольное место, на самом деле, такое. Необычное, необычное.
Желтый кролик снова вернулся. Ты же сказал, здесь безопасно. Я говорю, вряд ли здесь все безопасно. Я же так сказал. А что такой огромный? А что ты такой огромный, жуткий кролик? Так, звезда, молния. Фу, блин, звезда, молния, гитара. Звезда. Давай, 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 давай. Помехи просто, молния. Ну что-то он реально здоровый. И гитара осталась. Изи катка. Так, дверь мы открыли. А вот и дверь. Пока, лошара. Блин, ну кролик на самом деле такой, знаешь, киберпанковский. Сильный, модный, молодежный. Все, мы справились. Отлично, мы вышли из этой зоны аномальной. Че, кто меня напугает на этот раз? Но в этой серии поменьше скримеров, да? Тут больше такое. Атмосферное прохождение. Не понял сейчас. Понял. Какое-то ПТ началось или что? Так, сниму-ка я маску нафиг. Ну и сейчас мы где? Что это было? О! Офигеть! Какая-то лодка, ребят. Сюда надо по-любому попасть и взломать игру. Там что-то явно интересное есть. Какая-то лодка непонятная. Кто-то в ней плавал. О! Мы почти рядом с гонками Рокси, ребят! Узнаю это место. Узнаю это место. А вот игровой автомат, друзья. Вот оно, мы тоже раздолбали, кстати. Принцесс Квест. О, нет. Рокси. Это Рокси, ну началось! Офигеть. Сид ревет. А у нее нет глаз же, да? Бедная Рокси. Кто здесь? Ты не спрячешься. Офигеть, она криповая. Кейси, Кейси, ты тут? Ты чё меня палишь, Грег? О, подожди. Грегори! Там Рокси бежит за тобой. Ты там? Кейси, я в порядке. Я нашел место, чтобы спрятаться. Ага, молодец. Отключил взрыв в салоне, чтобы догнать. Рокси, поторопись, она уже близко. А что мы с ней сделаем, типа? Ты хочешь, чтобы мы отфигачили Рокси? Ты такой молодец вообще. Грегори, да что такой слабак? Ты прошлую часть всю проходил сам лично. Чего ты сейчас ее боишься, эту Рокси? Грегори стал засыхой, я тебе отвечаю. Раньше ничего не боялся? Нужно попасть туда. Там, короче, Грегори кошмарят жестко. Бедный Грег. Так, подарочек. Игрушка Глэм Рокси. Класс. Глэм Рокси. А где что надо отключить-то? Там мне надо внутрь попасть или что? Заяц, даже не думай, я уже снял. Все, я снял шлем, отстань. Дверь открывается? Закрыто. Зря ходили только. Ну, походу, туда, где Рокси бегает за Грегори, нам туда и надо. Ну, пойдем. Так, аномалия снова. Что, проверим? Я понял, что за аномалия. Я все понял. Куча, опять 4 провода, да? 4 или 3? Да до хрена проводов! Ё-моё. 4 провода, все идут сюда. И все 4 провода идут сюда, я в афиге просто. Так, фотка Рокси. Как я вовремя снял маску, смотри. Прям ровно в тот момент, когда этот додик появился. Все. Так, подожди. Дай сниму маску. Дай сни... Да какого... Чё ты до меня накопался-то? Алло, заяц. Да в смысле, Чика-то? Ты откуда здесь? Это локация Рокси, ты дура вообще? Я не понял, да, это сейчас рофл какой-то был? Почему меня Чика-то убила, а не Рокси? Чика, блин. Адекватность включай. Это как понимать? А сейчас вы серьезно сейчас? Да капец!
Дурацкие автосохранения. Они неправильно автосохраняют мне игру. Я хочу автосохраняться после, хотя бы я что-то сделал. Дайте дверь. Он бежит, ля-ля-ля, дурочка бежит. Прикол. А, ну понятно. А, она ушла туда, а я туда не могу, потому что я лох, понятно. Я же Грегори. Поэтому тут Чика. А там Рокси. Потому что ее здесь нету. Она есть там. Получается, здесь у нас Чика кошмарит, да? Допустим. Дай сюда. Блин, ну оружие против аниматроников. А, подожди, я в дерьме, да? У нас маска не снимается. Ой-ой-ой. Выкуси, лох. Теперь снимается. Я починил маску. Да блин, сюда не пролезть. Пойдем сюда сначала. Чего? Не понял. Офигеть. Рокси, короче, стоял тут какой-то... Нифига тут Рокси, конечно, такая. Я бы с такой Рокси на свиданку сходил, да. Если бы ты тоже поставь лайк скорее. Вот это... Ля, какая Рокси... Не, ну вот это Рокси стрёмная, конечно. Это прям вообще имба, ля. Вот это... Вот она какая Рокси-то, ля. Так, ну все. Так, все, руки на стол. Это... Активирую зеркало. А это, кстати, Кэсси, вот, который мы играем. Лицо главной героини засрали. Опять? Опять он меня с камеры заяц задолбал. Скам от зайца. Так, допустим. Куда идут провода? Я запутался. Так, это мы активируем. Вот это мы не активировали, да? В смысле? А, понял, в коромысле. Так, смотри. Сюда, 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 сюда. И здесь два провода у нас последних. О, нифига себе. Грегори Кэссиди, смотри, он ей слезы вытирает. А чё, ну я посмотреть хотел нормально, и нет этих картинок больше. Так, значит, один провод, а тут второй провод. Ножницы? А при чём тут ножницы? Только не говорит, что опять сейчас начнется вот это. Маску снять нельзя опять. Так, нельзя снять маску, почему? Так, а где маску-то снять? Я пойду, вот если там не будет этой штуки. А там не будет этой штуки, да? Ну, я возьму так на всякий. Так, золотая плюшевая, да дай пройти. Плюш бэйби, короче. Где? Так, это плохо. Это очень плохо. Знаешь почему? Я не могу маску снять. Я не знаю, где мне снять маску. И как мне снять маску. Блин, заяц, не беси, пожалуйста. Так, пропал Грегори. Ну-ка, я знаю, что он пропал, мы его ищем. Так а там нету этой фигни, а как я должен... Ой-ой-ой, это смерть, ребята, это смерть, он меня убьет сейчас. Этот зайчик меня кошмарить будет жестко. А я чё могу сделать-то? А я чё могу сделать, заяц, иди в жопу! Я тут не смогу тебя обойти! Где его глушилка вонючая стоит? Смерть, ребят, это смерть. А, о, лох! Он пошел не в ту сторону, дурашлей. Так, подожди, дурашлей, да? Спокойно. Надо быстро все это говно найти. Так, Рокси, Чика, ножницы. Я не успею. Рокси. Чика назад. Быстрее, блин. Чика. Ножницы. Ножницы и глаз. Быстрее, ножницы. Ножницы. Глаз, глаз, остался только глаз. Быстрее. Глаз. Да пофиг любой! Хорош! Где? Что я сделал? А я все равно не могу маску снять! Игра, иди в жопу! Камон! А, подожди. Вперед идем.
Ага. Все. Фу. Справились. Так, давай откроем тогда эту, вот эту дверь секретно открыть-то надо. А вот это уже самая сложная загадка, кстати. Сложность на максимальном уровне. Посмотри, что происходит. Успел. Ой, хорошо. Или я сокращение. Это сокращение. Ой, здравствуйте. Это что, бесполезный туалет? Реально? Тут ничего нету? Я в офиге просто с вас. А здесь? Тоже ничего нет. А подарок? Да капец, вы положили бы что-нибудь в этот сральник-то, ну? В конце концов. Так, получается машинка, и мы выходим, да? Откуда? Нахрен я. Ой-ой-ой. Нет, тихо. Тихо. Иди в туалет. Иди в туалет, дура. Посрать пошло. Ну просто чика посрать переспичило, бывает такое. Капец, я думал, что меня убьет просто. Я реально думал, все, ГГ. ГГ-шечка. Подожди, а куда? А, туда, точно. Не-не-не-не-не, чика, не-не-не, вот же это говно. Все, четко. Так, подожди, какой, не надо! Тихо, не надо, тихо. Ага, хрена лысого. Новая загадка, да? Новая загадка, мы попали. Сейчас если меня убьют, это будет самая тупая смерть в мире. Так, сначала соединим... А, она была уже, кстати. Раз. Да подожди! Подожди! Спокойно! Не беси меня! Сейчас он уйдет, подождите. Она была, эта загадка уже, я просто не забыл. Сейчас. Подожди. А, вот, все. Все, я выиграл, это отстаньте! Погнали. Просто пока. Это что? Таверна Фокси? Подожди. Фокси заменили на Рокси? Ну это же был Фокси. Ну-ка еще раз, подожди. Ты же Фокси? Ты Фокси, ну? А как так? А я правильно иду вообще? Охренел, поймешь. Наверное, да. Это кататься будем? А кататься будем? Мы. А чё, нельзя, что ли? Я сейчас вам устрою. А, маска? Ты видел этот баг? Она типа оделась, а потом в итоге не оделась. Так, я, короче, ничего не понял. Ладно, пойдем. Я думал, там можно прокатиться, но нельзя, походу. Ой, не очень-то и хотелось. Ля, опять Фокси, смотри. Фокси ковбой? Бегает за механической овцой? Офигеть. Вот она, эта лодка, мы ее видели! Офигеть, то есть мы в эту комнату могли попасть через эту дверь, сократить пол игры? Серьезно? Это уже спидран какой-то получается. Ля, какая. Роксяха. Что-то мы опять в какие-то катакомбы спускаемся, не нравится мне это. Ой, как не нравится. Я не особо люблю катакомбы, поэтому... Так. Высоковато забрались. Здесь подозрительно тихо. Надеюсь, я не опоздала. Да пойдем проверим. Да, вниз посмотреть никак, да? Что же нас ждет внизу? Слышу шум воды. Это водопад, там Грегори купается в бассейне с аниматрониками. У меня, кстати, опять маска не работает. Ой, здрасте. Угу. Дохлый бот. Вот если после этого спуска я сдохну и буду спускаться обратно, можно... Молнии, ага, ну это мы знаем. Подожди, Фредди? Молнии. О, нет, только не ты. Да ты огрызок Монти? Ходячий. Монти. Сейчас меня кто-нибудь спа...
Да ладно. Капец ты беспален, у тебя торчит твой ракет обоссанный. Так, ладно, я его понял, я его понял. Я понял его. А мне надо, короче, добраться вон до туда. Я могу. Я могу прыгать. Но меня не достанет, если я хожу по... Правильно? Так, а там что? Маска не работает. Да пофиг вообще. Бесполезный мультик. Поехали. Ага! Я думал, не получится, оно получилось. Так, ладно. А на брелом был подарок, ну и пофиг, ладно. Куда ты бежишь? Ну куда, ну куда, ну куда, ну и куда, ну куда, ну куда, ну куда. Смотри, прикол, хочешь? Догони меня, лошара. Ой-ой. Да он медленный, как лох вообще. Я же не успею. Мне это как надо активировать? Как я должен это активировать? Тут некуда встать. Тихо. Смотри, я придумал. Нет, я не придумал. Тихо, тихо, тихо. Надо аккуратненько. А ничего, что надо, извините меня. Куда он пошел? Так, он ушел туда. Ладно. Сейчас все сделаем. Ага. Получилось. А у меня все открыл. Делов-то, блин. Да. Электротерапия тебе полезна, лошара. Они вообще бессмертные какие-то. Мы их уже и камнями закидывали, и палками, и чем только мы с ними не справлялись, они все равно живые. Это капец. Бессмертные аниматроники. Ну и ладно. Так, это аквапарк какой-то местный или что это? А, вот это какие-то каноэ вот эти вот, на которых катались. А этого не было в оригинале, кстати. Парк-то достроили, смотри. У меня маска сломана, я не могу подарки открывать. Фигово, да? Ну, смотри, под конец скримеров, кстати, поменьше стало, да? Здорово, пацаны. Чё, как у вас дела? Нормально всё? Грузите что-то, да? Работаете? Да, такая вот работа-то у них. Нифига себе, ля какая чика, ля. Не, подожди. А вот сейчас у нас сейчас вопросики возникают. А с кем бы ты сходил на свидание? С той Рокси или вот с этой чикой? Ля какая чикуха-то, платье. Ну нормально прям вообще. Прям нормально. Ну я все-таки Рокси, наверное, выберу. А ты пиши в комментах, кого ты выберешь. Рокси или ля какая. Ну такая картинка была, кстати. Ну найс. Ну это прям смотри, противостояние. Там плакат Чики, тут плакат Рокси. Кого? Кто тебе больше нравится? Рокси или Чика? А мы, по-моему, тут были уже, да? Такое знакомое место на самом деле. Как будто мы вернулись куда-то в ту локацию, где мы уже. Ну, здравствуйте. Где мы уже были. Но не факт. Нет, тут мы точно не были. Я бы запомнил. Грегори! Я добралась до этих Рокси. Ты где там, окей? Может, удастся поймать сигнал. Если дойду глубже в гонок Рокси. Не, ну если, конечно, вот так рисовать, это никакого свидания с Рокси не будет. Понятно. Опять робот отключить, давайте. Подождите, мистер робот. Мы вас дропаем. Ой! А их вообще, их не видно вообще, получается? Так подарки вообще невидимы. Я думал, они хотя бы какие-то признаки задают, типа, что они есть. Очень много подарок Солнца и Луны, на самом деле, если не заметили. Очень много прям. Короче, на пол игры в маске ходить, я тебе говорю.
Даже не больше, за всю игру надо в маске, чтобы за... Здрасте. Тебе нужна помощь? Да, в принципе, я... Заткнись, да, заткнись. Заткнись, пожалуйста, ты вот разорался тут. Но это было не страшно, это было предсказуемо, что это вылезет. Косоглазый робот лежит, отдыхает на картинге. Блин, ну круто. Очень круто. Все локации абсолютно другие. Я вообще не узнаю. Не узнаю Пиццаплекс, если честно. Я знаю, что это просто переделанные локации из оригинальной игры, но они капец какие неузнаваемые. Их настолько переделали, что нужно, извините меня, мое уважение разработчикам. Ладно. Тут уже посложнее, кстати, будет, да, вот? И вот выравниваем. Ага. Есть, совпало. Красота. Рокси, здравствуй. Я по этому забор покрасный. Так, интерком надо ее направить куда-нибудь. О, на, да иди дверь сломай. А, должна сломать две двери. Я так страшный одинок. Ломай дверь. Я здесь, давай, ломай. Она не будет ломать дверь, серьезно? Сюда, вот, сейчас сломает ее, смотри. Ля, красава. А нам как сюда и надо, да, наверное, или что? Или куда нам надо? Я просто не в кустах. Нам же куда-то надо в этой игре. А вот, вот это там, ну, сломала дверь, молодец какая. И сразу сейв пошел. Мы использовали силу Рокси, чтобы сломать дверь. Что? Да ладно. Такое быть может вообще? А, это был оригинальный подарок, чтобы вы понимали. Первый. Первый за всю DLC вы нашли оригинальный подарок. Что? Грегори. Да могу, могу я прятаться. Она еще не успела его найти. Надо опередить ее. Ну вот такие подарки я находила. Вот чтобы оригинальные, это, конечно, сидеть можно. Но это все, подождите, глючные подарки. Ну-ка, секундочку. Настоящие коллекционки, реально. Как долго Грегори работал над ним? Он рисовал это сам. Это страница комикс. Мы можем собрать весь комикс Грегори, который он рисовал. Офигеть. Надо будет поискать потом. Ну, это круто. Так, Рокси, давай не надо. Да, аниматроники реально бесполезные. Она слепая, капец. Не понял. Нужна дверь, да, опять? Иди сюда. Подожди, а почему она с волосами? Она же лысая, я ничего не пойму. Или типа через вот этот интерфейс ее видно с волосами. Так. Где она? Надо ее прям направлять. Прям направлять надо, она не дойдет сама. А зачем тут? Заяц, вот ты вообще не вовремя сейчас. Ты реально вообще не вовремя. Я там Рокси направляю по разным камерам, чтобы она дверь сломала. Ты не вовремя, чел. Отстань от меня, пожалуйста. Так, Заяц. Ты можешь отвалить? По-хорошему. Она что, сюда идет, я не понимаю. Ты чё сюда приперлась, женщина? Тебе надо дверь сломать. Хрен ли ты тут делаешь? Вот, давай, давай, давай. Смотри. Давай, давай, сюда, 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 иди, сюда, иди. Сюда иди, пожалуйста. Сюда иди, давай, 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 давай. Надо увидеть ее сразу здесь, потом следующий прям здесь. Давай, 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 давай. Пожалуйста, иди быстрее. Вот дверь, вот уже дверь. Ну вот дверь, давай!
Красотка-то моя! Молодец. Успела, вынесла дверь. Вот это я понимаю. Блин, можно было бы, знаешь, как это, пройти игру, включить какой-нибудь чит-режим, чтобы этого зайца не было. И посмотреть все эти секретки. Было бы круто. Поискать, точнее, чтобы заяц не мешал. То он реально бесит. Так, это что за... Что за приколюха? Мы же правильно идем? А! Это месть! Да! Вот просто еще бы миллиметр, меня бы сбил картинг, вы совсем охренели? Меня хотел убить картинг. Это что, восстание машин какое-то? Офигеть, просто офигеть. Убийца картинг, я... Скорее всего, даже у картинга есть, блин, скример. Я бы на это посмотрел, конечно. Скример картинга. Чего бы нет. Так, ну вот это будет сложно явно. Это будет явно сложно. Ладно, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот это. Ой-ой-ой, прям впритык было сейчас. Прям впритык. Успел. Охренеть, Рокси! Какие глаза? У меня нет твоих глаз. Это Грегори у тебя украл. Ой, прости. Какая ошибка у тебя там, эррор. Рокси извинилась, она такая милашка. Я бы сходил с ней на свидание. Грегори, я на гонках, Рокси, ответь. Я тебя слышу. И ты меня слышишь? Yes, да. Я тут, что случилось? Похоже, здесь все обрушилось. Что-то вырвалось из-под земли. Уничтожило все. Я не могу выбраться. Похоже, мне все-таки придется сходить за подмогой. Или вызвать полицию. Что? Как это может помочь? На это нет времени. Ладно, далеко еще? Ты где находишься? Это место огромное. Там, внизу. Провал под гоночным треком. Под гоночным треком? Хелпи. Как мне туда спуститься? В этой области действует защитная блокировка. Офигеть. Чтобы спасти своего друга, тебе придется отключить оставшиеся узлы безопасности в боулинге Бонни и Фазер Бласт. Вы что, и гоните? Боулинг Бонни и Фазер Бласт. Я, кажется, знаю, куда мы идем. Мы идем, помните тот лифт? Из оригинальной концовки FNAF 9, где мы деремся с Афтоном. Вот мы как раз таки идем в тот самый пролом. Там, где был Афтон, где мы с ним дрались в конце. Туда-то мы и должны спуститься, чтобы спасти Грегори. Но будем мы это продолжать делать уже в следующих сериях, друзья. Всем огромное спасибо, кто сегодня посмотрел эту серию. Если вы поставили лайки. Пишите, с кем вы ходили на свидание, с Чикой или с Рокси. И, конечно же, увидимся с вами в следующей серии. Игра реально интересная, держит напряжение, скримеры. И постоянный адреналин не дают заскучать. Поэтому рекомендую всем. FNAF 9 Ruined DLC просто лучший из всех FNAF-ов. Ну, на этом пока что все. Ждем следующую серию. В общем, я не устаю удивляться, насколько это бомбическое DLC. Это лучше, чем оригинальная игра. Это лучше, чем все FNAF-ы вместе взятые. Это просто идеальная игра по FNAF-у, на мой взгляд. Надеюсь, тебе ролик тоже понравился. И ты свой лайк уже поставил. А мы увидимся в следующих сериях. Всем удачи и всем пока.